Чего? Не-не-не. Что? Ребята, мы с вами в канале выбрали имя для... для нее. Я в шоке. Ну ладно. А ее новое имя? Степан Борисович. Ладно, ладно, шутка. Ну что ж, пойдемте говорить всем. И дочь. Так, так. Тише, тише! Не кричи! Ну что ж ты такая-то, а? Вообще, плаксливая. Мия. А, кстати, ребята, да. Мы ее назвали Мия. Мия. Так, наверное, ты хочешь кушать. Вот оденем шапочку, чтобы не было холодно. И пойдем. Максим, пойдешь покормишь ее? Я чемодан разбираю. Максим. Девочки, уже хотите ужинать? Тогда, когда позову, тогда придете. Или если захотите кушать, то тоже придете. Все. Так, пойдем. Ты хочешь кашу? Да почему она такая капризная? Мия! У нас что-то все в семье такие с достоинствами. А ты что, нытиком станешь? Не-не-не. Так, включаем твою бутылочку. И давай сделаем тебе кашку. Так, посиди на Амбреллином месте, надеюсь, она не против. Не понял! На Амбрелл, пожалуйста. Сейчас тебе сделаю кашу, так. О, боже мой, сколько вещей. Так, блин! Я же не купила тогда кашу! Блин. Так, Максим, Максим! 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 Чу! Да что? Мне Мию нечем кормить. Кто такая Мия? Дочь наша новая, Максим! Ты чё, вообще не следишь за моим телеканалом? Угу. Так, все, руки в ноги, зубы в пакеты и в магазин потащился. Эх, понял. Амбрелл, сходишь со мной? Делать небось нечего. Как всегда. Вот бросают отца в самых не лучших этих состояниях. Так, так, берем кошелек. Все, я пошел, приду скоро. Давай быстро. И купи такую в зеленой упаковочке, увидишь. Нет, ты мне фотку скинь. На вибер, пожалуйста. Да ща, разбери.